Всем еще раз здравствуйте. У нас сегодня очередная лекция нашего цикла по Питону. Вот. Я даже сегодня сделал к ней достаточно разумный планчик, но, к сожалению, не сделал домашних заданий, не нарисовал их. Так что ждите, я на выходных этим займусь. Вот. Предположительно, воскресенье. Так. Да, значит, у меня, прежде чем... Мы сегодня будем говорить про функции. И прежде чем поговорить про функции, я хотел бы, поскольку у нас уже одно домашнее задание просрочилось, я бы хотел про него чуть-чуть рассказать. Там ничего совершенно военного нету, то есть ровным счетом ничего. Но, быть может, интересно, я почти уверен, что... Решить его домашнее задание можно многими способами. Было бы неплохо показать тот способ, который я имел в виду. Вот. Это домашнее задание второй лекции. Ну, по первой лекции там было домашнее задание установить Питон. Я надеюсь, все его сделали. Вот. А вот домашнее задание по второй лекции, вот это, по условным операторам, имеет смысл разобрать. Ну, Hello World — это всего лишь была тренировка работы с еджаджем. Вот. Задача, где надо было вывести первый попавшийся непустой объект, могла решаться каким угодно способом, но обратите внимание, что эти два объекта — это произвольные объекты Python, поэтому вспоминаем функцию eval, которая должна быть к ним применена при вводе от input. Вот. И с моей точки зрения, это должно было выглядеть как-то так. Ну, давайте, это можно. Я не буду писать программу, я прям напишу что-то типа a.b равняется eval, a равняется eval input. А, нет, даже не так. Запятая b равняется eval от input. Это у нас вот a, eval от input. Это у нас вот b. Здесь мы вводим один объект, здесь мы вводим другой объект. Вот мы их ввели, а теперь нам нужно вывести первый непустой из них. Вот. По моей мысли, это должно было выглядеть примерно так. A or B. А если оба из них пустые, надо было вывести null. Да? Вот. Здесь используется фишка Питона, что у нас... Непустой объект считается false, соответственно, считается true, любой пустой объект считается false, строчка null является, разумеется, непустым объектом, и логические операции обладают свойством частичного вычисления. Если у нас вычислился операнд A и он false, тогда в функции or вычисляется операнд B и он возвращается, а если... вычислился операнд i, и он не false, то есть не пустой, то возвращается именно операнд i. Поэтому если мы, допустим, напишем вот как-нибудь вот так вот. Вы знаете, если товарища лектора не видно, то это еще не значит, что вас не слышно. Вот. Ну вы проходите, не стесняйтесь. Вот. Значит, да. Ну вот, поэтому если мы сделали бы как-нибудь вот так, то первый попавшийся непустой объект был бы, разумеется, первым. Да? Потому что этот OR, так же как и этот OR, смысла не имеет. Но если бы мы ввели два пустых объекта по отчаянию, какой объект, ну и скажем, не знаю, none, вот, то эта операция бы... Ой, ну давайте еще раз. Пустой объект и еще один пустой объект. То вот эта операция... Выбыло бы null, потому что a пустой, значит, надо выводить вот это результатом. b тоже пустой, значит, надо выводить результатом вот это. Собственно, на этом все заканчивается. Вот. Еще одно... Да, значит, это вот просто, чтобы было понятно. Вот я имел в виду вот это. Наверняка большинство... Ой, я не ту кнопочку нажал. Большинство решило задачу не так, но тут главное, чтобы она была решена. Закройся. Вот. Значит, слово палиндром, в смысле число палиндром, задача очень простая. Единственное, что надо понимать, что если у вас есть число вот такое, да,
то вы его в цикле сделаете с ним буквально следующее. Берете остаток отделения, это, собственно, будет некое число, там, не знаю, c равняется a процент 10. Вот. И само число делите на 10. Ой, нет. Я был неправ, давайте еще раз. Вот. Целочисленно делите на 10. Вот. Теперь, собственно, надо продолжить это дело в цикле, но для этого нужно c умножить на 10. C умножить равно 10. Да. И вся та же самая c плюс равно а проценты 10. А делить на 10. C у нас уже теперь равно 1, 2. Короче говоря, вы это повторяете до тех пор, пока результат вот этого деления не станет равен нулю. Когда он станет равен нулю, у вас в c накопится число, перевернутое задом наперед. Если число а и число c, исходное число а, которое вы ввели, и число c равны, значит оно палиндром. Если не равны, то нет. Вот. Вот и вся премудрость. Обычный цикл while я даже показывать как бы решение не очень хочу, просто, хотя могу, если хотите. Вот. Но тут ничего военного не было совсем. Такая... Да, зачем же на это нажимаю? У меня же открыт браузер. Вот. Такая вот задача. Да, конечно. Если схитрить и тесты это никак не отсекут. В конце концов, у нас здесь не специальная олимпиада, вот, и никаких плюшек за то, что вы пройдете тесты не тем путем, который вам предложено, вам не добавится и не убавится. Вот. Идея была в том, чтобы поупражняться в цикле while больше ни в чем. Вот. Так что вы могли написать какую сколь угодно сложную программу, лишь бы она проходила тесты. Вопрос в том, зачем это вам. Вот. Все-таки предлагалось решать программу так, как предлагалось. Значит, не менее простая задача точки в окружности. Единственный смысл того, что там надо делать, состоит в том, что у нас все точки, все значения целочисленные, и вообще бы хотелось избежать в этой программе сравнения вещественных чисел на равенство. Вот. Сравнение вещественных чисел на равенство, как мы уже видели с вами несколько раз, это фикция. Не бывает понятия равенства между вещественными числами. Поэтому, когда вы сравниваете, вы помните, что такое, принадлежит точка к кругу или нет. Да? Это значит, что расстояние от центра должно быть не превосходить радиуса. Вот. Ну так вот, достаточно вспомнить, что там расстояние от центра вычисляется как сумма квадратов, да, корень из суммы квадратов. Вот этот корень можно не брать. Вы просто берете сумму квадратов расстояние по x, по y, сравниваете с квадратом радиуса и всего. Вот. Значит, что касается задачки any power, которая какая-нибудь степень, единственная хитрость состоит в том, чтобы выдумать достаточно эффективный алгоритм. Вот. То есть там один из тестов, видите, тут не зря миллион. Это небольшое натуральное число. Не зря ограничивается миллионом. Если у вас будет алгоритм достаточно тяжелый, если он будет экспоненциальный, то у вас ничего не получится совсем. Даже если он будет, допустим, кубический, по-моему, это уже будет такой триллион, который Питон не успеет выполнить. Вот. Поэтому ваша задача выдумать алгоритм, как минимум. Да, как минимум квадрат. Как максимум квадрат. Вот. Идея состоит всего лишь в том, чтобы на самом деле там все еще меньше будет, потому что наиболее тяжелый проверять квадрат. Да? Вы берете число, возводите его в квадрат, если оно превышает наше число n, все, дальше вы можете не проверять. Да? Потом берете следующий цикл куба, значит, начинаете опять с двоечки, возводите двоечку в куб, потом троечку, потом четверочку. Если вы получили, что какое-то число в какой-то степени равно нашему n, значит, задача решена. Вот. Если вы опять получаете число, которое больше, чем n, а чем в большей степени, тем быстрее вы к этому придете. То есть фактически здесь один логарифм n сложен. Только этих логарифмов довольно много. Вот. Короче говоря, вы довольно быстро ее решите, если не будете перебирать все возможные варианты, а будете перебирать все возможные варианты
числа которого надо возводить в некоторую степень. Ну и, естественно, цикл постепенен. Вот. Этого достаточно, чтобы было решение. Такие вот дела. Теперь, значит, немножко повторение прошлого раза, то, что было в конце. Значит, я не помню, удосужился ли я рассказать вам про условное выражение. Если даже удосужился, я еще раз повторю, это очень простая штука. Значит, вы помните, что есть условный оператор, да? If условие, двоеточие, там блок операторный для истины, else или elif, блок оператор следующий, ну и так дальше. Вот. И это иногда бывает не очень хочется иногда писать вот такое целое выражение, когда вам всего лишь нужно сказать так, вот если некое выражение пустое, то одно значение, а если не пустое, то другое. Ну, грубо говоря, что-нибудь такое, у нас есть А и Б у нас, да, А и Б. Б пустое. Ну вот как-то так. Да, там. И писать что-нибудь такое, что результат нашего выражения должен равняться А, если, например, там, ну не знаю, С больше нуля, а иначе он должен равняться Б. Собственно, вот оно условное выражение. Это не условный оператор, внимание, да? Это такая трехместная операция, тернарная операция, у которой три операнда. Выражение А, условие выражения Б, выполняется она следующим образом. Проверяется условие, если условие истинно, вычисляется выражение А, если условие ложно, вычисляется выражение Б. И результатом этой тернарной операции является, собственно, результат вычисления выражения А или выражения Б. Она, разумеется, обладает свойством ленивости. Вот. Некоторые могут вспомнить, что вместо этого можно написать что-нибудь типа A and B or C, или что-то в этом духе, вот. Где A это, где B это условие, или A это условие, я сейчас не помню. Но у этого выражения есть свои неприятные стороны, вот, и поэтому я даже не буду его записывать, чтобы не мутить вам голову. Условное выражение в Питоне выглядит вот так. Вот. Судя по тому, что я не слышал энтузиазма у людей, я, видимо, про это не рассказывал. Ну вот, знаете. Еще повторение. Значит, еще повторение, оно нам сегодня понадобится, оно связано с понятием, с пониманием цикла for. Чтобы понять, как работает цикл for в Питоне, надо вспомнить, что в Питоне есть такая штука, как последовательности. Причем последовательности не обязательно должны быть индексируемые, то есть они могут быть индексируемыми, то есть в них может быть метод бла-бла, getItem бла-бла, ну, например, какой-нибудь кортеж является индексированной последовательностью. Вот его метод getItem, вот он. Или, например, какая-нибудь вычислимая последовательность типа range является индексируемой. Да, вы помните, что тут range, вот, допустим, от 2 до 7. Вот. Range тоже индексируемая последовательность. Вот ее метод getItem. Где он? Вот он. Это значит, что мы можем сказать C там второе или там R первое. Вот. Но это не обязательно. Другой способ – это если у нашей последовательности есть метод, который называется два подчеркивания итер, два подчеркивания, тогда эта последовательность тоже является последовательностью, только не индексируемой, а, так скажем, перечислимой. Мы можем взять у нее первый элемент, потом второй, потом третий, ну и так дальше. Из любой из этих последовательностей можно изготовить так называемый итерируемый объект. Вот. Делается с помощью функции iter. Можно писать так. Iter от, ну, допустим, c. Вот. Видите, он возвращает нам специальный объект под названием tupleiterator. Ну, короче, он итератор. Вот. И этот tupleiterator object обладает всего полутора свойствами. Первое свойство – это если взять и написать вот так от a, то он вам выдаст первый элемент, ну, нулевой элемент последовательности, потом первый, потом второй, потом третий, потом, значит, четвертый, и так до конца последовательности. А когда последовательность закончится, произойдет исключение. Исключение типа stop iteration. Вот. Вот это, собственно, второе полусвойство, потому что если последовательность бесконечная, она может быть вполне бесконечной, этого исключения не произойдет.
Когда мы с вами будем разговаривать про классы объекта, мы, если вспомним, создадим свой собственный итерируемый объект, например, бесконечной длины. Вот. Итератор-обжект. Любой объект, из которого вы можете изготовить итератор-обжект, можно пройти поэлементно, то есть обработать как последовательность, например, с помощью цикла for, который, собственно, мы в прошлый раз и активно обсуждали. Когда вы пишете что-то типа for, скажем, там a in c, ну и тут print a, происходит ровно то же самое. Из c изготавливается итератор, поэтому итератору с помощью как раз, собственно, функции next происходит поэлементный проход. Имя а связывает каждый из этих элементов. Вот, дальше вы что-то с ним делаете. А когда, внимание, когда возникает исключение stop iteration, программа не падает, вот, сирены не гудят, а вместо этого просто заканчивается цикл. Вот, это важно. Последнее, что хочется вспомнить и даже чуть-чуть дополнить, это некоторые вычислимые последовательности. Вот range мы с вами посмотрели. Range – это вычислимая последовательность, она не хранится, несмотря на то, что она умеет индексироваться, но индексирование – это всего лишь арифметическая операция. Да? Мы же знаем, что range – это все числа от 2 до 7, не включая 7. Да? Если так, то мы можем вычислить n-ный элемент этой арифметической прогрессии, правда? Его не надо хранить, его можно вычислить. Значит, операция индексирования в данном случае приводит к вычислению. Вот. Помимо, значит, рейнджа, мы, кажется, смотрели вычислимую последовательность, которая называется enumerate. Ну, скажем, от того же c, да? Вот. Enumerate — это тоже итерируемая последовательность, и она возвращает пары. Номер элемента, запятая, сам элемент. For, там, допустим, i, запятая, e, in, v. Print. Еще i, запятая, e. Вот. Но обратите внимание на вот такой способ конструирования цикла, когда вам приезжает последовательность пара, ее можно тут же распаковать по именам. Вот. Значит, enumerate. Еще две последовательности, которые я, кажется, не говорил на прошлой лекции, но о них стоит упомянуть. Одна из них, она довольно простая, она называется reverset. Если у вас есть индексируемая последовательность, ее можно пройти задом наперед. Поэтому вот у нас есть c, а есть там, допустим, cc равняется reverset от c. Вот. Это, опять-таки, итерируемая последовательность, по ней можно пройтись от начала до конца, и вы увидите, ну, допустим, мы можем писать вот так какой-нибудь тюпль, вот cc. Конструктор тюпль, ему можно передать, разумеется, произвольную последовательность, он ее пройдет поэлементно, составит из нее тюпль, он так и сделал, и мы увидели с вами, что этот самый реверсит, это просто задан вперед. Кстати, интересно, она индексируемая? Нет. Почему она не индексируемая? Почему range индексируемая, а reverse нет? Как вы думаете? Что нам мешает сделать ее индексируемой? Тот факт, что та последовательность, из которой мы делаем реверсированную c, тоже может быть не индексированной. Вот. Она может быть более хитро устроена. Ну ладно. Поэтому черт его знает, может быть, мы и в ту сторону индекс не можем пройти, и в другую не можем, а первый там взять. Например, она может быть так устроена, что ты можешь взять только последний элемент, потом только предпоследний, и, собственно, реверс так и будет поступать, мало ли что. Окей, значит, а вот еще один вид последовательности, я совершенно зря умолчал в прошлый раз, это так называемые зипы. Вот. Это очень удобная штука. Если у вас есть последовательность из групп по n элемент и по k элемент, последовательность из n штук
группа k элементов. То вы можете очень быстро превратить последовательность из k штук в группу n элементов. Ладно, я лучше скажу лучше так. Значит, вот у нас есть, скажем, последовательность а, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, тут что-то лишнее. Ну, как-то так, да? Вот. Четыре тюпля по три элемента в каждом. А, неправильно я сказал. Давайте мы лучше не так сделаем. А, Б, С, Д. Вот так. Для простоты сделаем вот так. А, Б, С, Д. Если мы скажем zip от А, Б, С, Д, мы получим некий zip-object, итерируемый. Давайте по нему пройдемся. Ну чем, циклом или тюплем? Циклом давайте. For e in zip от A, B, C, D, print e. Вуаля! Прям вот транспонирование матрицы, представленной в виде, представленной построчной, вот не выходя из питона. Вот. На самом деле это чуть больше, чем транспонирование, потому что, вообще говоря, эти последовательности могут быть, например, ну, бесконечные. Мы же сначала возьмем от них все нулевые элементы, потом все первые, потом все вторые. И, в общем, нам совершенно не обязательно, чтобы они кончались. Да? Вот. Такие дела. Вот этот zip — это очень удобная штука. С помощью него можно довольно быстро, например, из двух последовательностей сделать список пар. Вот, что бывает часто надо. Да? Это более общая вещь, чем enumerate, который сам эти пары делает, вставляя туда счетчик. Вот такие дела. Значит, мне кажется, на этом повторение закончено. И, собственно, мы переходим к новой теме на сегодняшний день. Это функции. Вот. Нет, тут еще одно повторение нужно. Смотрите. Помните, мы говорили в самый первый день про пространство имен в питоне. У нас есть функция dir, которая нам рассказывает содержимое текущего пространства имен. У нас есть на самом деле еще функции globals и locals, которые даже больше нам рассказывают. Видите, они говорят строчка имя и двоеточие значение. Там, допустим, у нас имя B имеет значение 4, 5, 6. И, как вы видите, globals и locals совпадают в случае, если мы работаем в командной строке. Вот. Мы знаем еще пространство имен built-ins, да? Мы еще знаем пространство имен, которые лежат в модулях и вообще в любых других объектах Python, внутри них инкапсулированы. Но в данном случае нас интересуют как раз глобальные и локальные имена. Вот. Ну, давайте прям начнем с задания функции, а то что ж. Я уж не помню, сколько там было. Вот 22 я вижу, ага. Даже не знаю там. Сегодня какое число? 13-е. Сегодня счастливое число, слушайте. Так. Ну хорошо. Вом. Что бы такое сделать? Ну ладно, пускай будет ОО-10 в конце концов. Все, я принял решение. Один. Такого нет. Да. Значит, давайте зададим простейшую функцию, ну, например, назовем ее fun, да, передадим ей два параметра, напишем что-нибудь c равняется a плюс 2 умножить на b, напишем return c, b, ой, что я сделал не так, надо сохранить,
Ага, сейчас, я понял, тут вот так. Вот, и return, что там, c. Вот в этой функции написано фактически все, что мы должны про нее знать. Вот. Давайте напишем что-нибудь типа print fun от там 1,2, там 3,4, 2,3. Вот. Ваши прогнозы, что у нас будет в результате? Ну да, 8. Вот. Значит, ничего вообще, ничего совершенно военного в задании функции в Питоне нету. Питон делает ровно то, что здесь написано. Когда вы запускаете программу, и она видит оператор dev, она создает специальный объект, callable, называет его fun, вот, фиксирует, сколько у него должно быть параметров. Точнее, не так. Заводит кусок кода, который первый параметр назовет именем А, а второй параметр именем Б. Вот. Дальше идут обычный код питона, который что-то вычисляет. Дальше идет оператор, может не идти. Оператор return. И return может быть сколько угодно в программе, естественно, из разных мест, разных условных операторов. Который формирует так называемое возвращаемое значение, и это самое значение вернется в качестве значение вот этого выражения. Да? Вот вызов функции — это такое выражение. Вот когда вы напишете вызов функции, значением этого выражения будет то, что вернулось return. Вот. То есть абсолютно так же, как во всех других языках программирования. Вот. За тем исключением, что если вы не пишете return, то функция все равно возвращает значение known. Вот. И это все. Значит, ну тут, в общем, ничего такого специфично питоновского нету, за тем исключением, что, например, если вы здесь напишете, давайте я вам покажу, dev fun от a.b return a плюс b плюс c. Как вы думаете, вот я сейчас нажму Enter, и определение функции закончится, будет ли какая-то ошибка выдана? Нет, никакой ошибки. Минуточку, а где же имя C? Да, совершенно справедливо. До тех пор, пока мы не начнем не вызовем эту функцию и не начнем вычислять вот это выражение, никого не волнует, есть ли имя C или нет. Вот когда мы его начнем вычислять, произойдет ерунда, потому что к этому моменту никакого имени C, оказывается, не будет. Вот. Ну давайте ему обеспечим имя C. Вот, теперь оно работает. Более того, такая же фигня относится и к типу данных, которые мы используем в функции. Если тут внезапно он будет строковым, то никакой ошибки не произойдет до тех пор, пока мы не захотим прибавить 18 к строчке V. Вот в этот момент выяснится, что операнды неподдерживаемых типов, мы не можем прибавить строку к целому к строке. Вот. Казалось бы, ну, ничего такого и нету. Давайте мы эту нашу функцию упростим. Return a плюс b умножить на 2. На 2. Да, вот это то, что у нас было написано в файле. Да, fun, вот 2,3. И, по-моему, получится 8. Вот. Специфика питона состоит в том, что, как уже было сказано, типы объектов, а объекты в питоне строго типизированы, вообще никогда не проверяются, потому что вместо того, чтобы проверять типы объектов, питон пытается выполнить те действия, которые вы просите его сделать. Сложить — значит сложить, умножить — значит умножить. Что это для нас с вами означает? И это, например, означает, что мы можем вместо чисел передать вообще любые объекты, которые поддержат операцию сложения и умножения. Ну, не знаю, например, строки. Почему бы и нет? Это довольно важное утверждение, которое отличает Python от большинства других языков программирования, поскольку в большинстве других языков программирования под понятием, под термином функция, разумеется,
нечто математическое, преобразование, это, значит, функция в большинстве языков программирования, это преобразование, согласно алгоритму, преобразование некоторых типов данных в какие-то другие типы данных. В Питоне функция — это просто запись алгоритма. Именно запись. То есть он что-то делает с теми объектами, которыми вы выдаете. Вот. Если при этом этого с ними сделать нельзя, ну, вы сами себе злобные братья. Вот. Таким образом, мы можем вызвать функцию так, что с ней нельзя будет сделать. Вот. Во второй строчке нашей функции, то есть вот здесь, вот, произошла некоторая... произошло некоторое событие, некоторое исключение type error, вот, потому что она не знает, как преобразовать целое в строку, чтобы потом сложить строку с целым. Не знает и все. Да, то есть вот. О, видите? В первом случае мы попытались сложить целое со строкой, вышла ошибка, что мы не можем сложить целое со строкой. А во втором случае произошло более хитрое исключение. Он попытался превратить это в строку, но не знает как. Ну и ладно. И не будем тогда заморачиваться, выдадим исключение, пускай программист сам обрабатывает. Мы уже знаем, что исключение — это не совсем то же самое, что ошибка. Например, исключение stop iteration является частью управления вычислительным процессом и используется в функции, в цикле for. Вот. Таким образом, в Питоне функции являются формализацией алгоритма, а не математическими какими-то штуками. Вот. В данном случае нас еще интересует одна вещь. Давайте-ка мы вернемся к нашему файлу. Вот. А, он тоже существует. Ну, елки-моталки. Давайте 4 его напишем. О! Их на самом деле, они на самом деле тоже есть, но вот этого нет. Вот, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы сейчас посмотрим, каково содержимое пространства имен dir вот здесь. Только print dir, конечно. Print dir. Вот. И вот здесь. Так, и здесь вызовем фун, скажем, 1, 2. А, давайте еще потом вызовем принтдир вот тут. Так, давайте смотреть. Исходное пространство имен было чистым, за исключением того, что в нем был объект по имени фун, который мы только что создали. А следующий принтдир изнутри функции нам показал только два имени, А и Б. Следующий принтдир нам показал опять чистое пространство имен, в котором было имя, только имя фун. Куда делись и где находились имена А и Б? Имена А и Б находились в временно созданном локальном пространстве имен, которое было создано в момент вызова функции фун и уничтожено после выхода из нее. То есть вот имена А и Б, а также С, между прочим. Давайте вот так еще поставим, и мы увидим, что там будет еще АБЦ. О! Да? Значит, то пространство имен, которое доступно нам вот, по умолчанию, оно в случае, когда мы вычисляем содержимое функции фун, оказывается другим. Вот. В этом месте, кстати сказать, понятия globals и locals расходятся. Давайте мы вместо print dir вот здесь напишем print globals и print locals. Globals и locals. Ну и здесь напишем print globals, чтобы было понятно. Вот, смотрите, вот это наши глобальные переменные, глобальные имена.
Вот наша функция фун, и больше ничего. Все остальные начинаются на бла-бла, то есть они являются системами. Вот это globals, который был вывезен внутри функции, мы этого не видим, но надо пометить. А вот это его locals. Ну, давайте мы здесь напишем, значит, чтобы было понятно, что это из функции вывезено. Фун. Да. Упс. А здесь тут не фун, а, допустим, ну, это как бы, да, main. Вот. То, что global здесь спадает с locus, может мне просто поверить, мы это видели уже. Ну вот, смотрите, вот это вот у нас глобальное пространство имен, вот это у нас глобальное пространство имен, оно точности такое же, ничем не отличается. А вот это локальное пространство имен, которое... Давайте все-таки locals тоже сделаем. Вот, чтобы было все понятно. Да? Вот это у нас глобальное пространство имен. Вот это у нас локальное пространство имен, которое в случае верхнего уровня совпадает с глобальным, одно и то же. Вот это у нас глобальное пространство имен, видимое из функции фун. А вот это у нас локальное пространство имен, видимое из функции фун, со всей очевидностью содержит те самые имена, которые мы завели внутри этой функции. Вне зависимости от того, как они туда попали, либо мы их завели, когда передавали параметры в качестве формальных параметров, то есть имен для тех параметров, которые мы передаем, либо мы их завели в качестве локальных имен внутри нашей функции. Вот это одно и то же. Если бы у нас в мейне была переменная c, то... А вот это мы сейчас посмотрим, спасибо. Еще был вопрос, наверное, да? Dir от fun, вы не увидите ничего. Значит, это хороший вопрос, давайте мы это сделаем. Давайте мы это сделаем, значит, где-нибудь тут, да? Print dir от fun. Вы увидите не пространство имен объектов, которые создаются при вызове функции, удаляются при выходе, а пространство самого объекта fun. То есть из чего он состоит. И это совершенно другая вещь. Вопрос хороший. Вот призываю вас, вот, видите. Сейчас, где он? А, вот фун. Вот dir от фун. Видите? Это методы и вообще спецполя типичного объекта типа функция. То, что мы видим, когда нам выводится locals, это именно специально созданные при вызове функции и специально удаленные после из него выхода пространство имен, то, что называется scope. Вот. Локальное. Оно соответствует тому пространству имен, которое выдает просто функция dir. Да? Ни в чем не лежащему. Просто когда мы вызываем функции друг из друга, эти локальные пространства, они как бы наслаиваются друг на друга. Вот. Значит, совершенно справедливо. Давайте разберемся, что у нас происходит, когда у нас происходит, когда у нас имена в локальном и глобальном пространстве совпадают. Ну, например, напишем c равняется 100-500. Давайте мы тут просто dir. Здесь уберем, это поставим, это вот сюда. Да. Ну, c, да? Чему равняется c теперь? Кстати, обратите внимание, что функция у нас возвращает какое-то значение, а я на него не обратил никакого внимания, и функция просто вызвалась, и все. Такое тоже может быть. Можно написать что-нибудь. Ну, вы можете присвоить это значение куда-нибудь. Это же не важно. Вот. Смотрите, вот это у нас был dir от глобального пространства имен, оно же локальное, когда мы находимся на верхнем уровне. Вот это у нас dir был от локального пространства имен, потому что мы находились внутри функции. И переменное имя c, оно не изменилось. Как оно связывало объект 100-500, так и связывает. Обратите внимание, что это c находится в глобальном пространстве имен, а это в локальном. Со всей очевидностью эти имена соответствуют разным объектам, вообще-то разные имена, они как зарегистрированы в разных местах.
Ну, так же, как в подавляющем языке, в большинстве языков программирования, да? Глобальные имена — это глобальные, локальные — локальные, и вместе им не сойтись. Вот. То, что это разные объекты, ну, можете мне поверить, это разные объекты. То есть никакая модификация C внутри функции не скажется на модификации C снаружи от этой функции, если только мы специально не скажем, что, это имя глобальное. Вот если мы так сделаем, а потому что c равняется c плюс 2. Угу. Сейчас я про это поговорю. Я понял. О том, когда определяется переменная глобальная или локальная. По первому появлению. Сейчас будет, минуточку. Это не так просто. Хорошо. Вернее, это не так сложно, как кажется. Вот. Если мы напишем вот так, то у нас c, это 1500 перебьется в 5. И обратите внимание, dir теперь выдает a и b. Имя C было взято из глобального пространства имен. Вот отсюда. Видите разницу, да? Здесь завелось имя C, а здесь нет. Потому что мы его заранее объявили глобальным. То есть никакой сложности с этим, вообще говоря, нет. Внимание, вопрос. Вопрос вот какого плана. Значит, есть простые ситуации, при которых мы точно знаем, имя у нас глобальное или локальное. Например, если у нас в функции написано что-нибудь такое, как здесь, да, то поскольку мы берем и создаем новое имя C и загружаем его за каким-то значением, то оно со всей очевидностью локальное. Если бы здесь было написано что-нибудь другое, ну, например, это было бы D, да, какой-нибудь. А здесь бы было написано, ну не знаю, там, плюс C. То поскольку к тому моменту, когда это выражение вычисляется, никакого локального имени C нету, его даже и вообще нету, то оно по определению будет глобальным просто потому, что неоткуда больше взять. Когда будет вычисляться это выражение, будет просмотрен сначала локальное пространство имен, там имени C нету, тогда будет просмотрен глобальное пространство имен, там имя C есть, и все будет работать. Ну, можно, вот функция fun нам вернет довольно много, да? Вот. Все понятно, это простые случаи. Если там сейчас высоты, то C и слева, и справа. Вот. Вопрос в том, как нам поступать в ситуации, когда мы сначала используем это имя, да, а потом его же и перебиваем внутри функции. Вот если мы объявили имя глобальным, то оно сразу глобальное. Если у нас имя участвует в операции связывания или вообще где-нибудь в вычислении выражения, то оно, разумеется, глобальное, потому что, ну, если вы до этого не создали. Если имя у нас участвует слева в операции связывания, то оно, разумеется, локальное, потому что мы его свежесоздаем. Да? Что будет, если мы напишем буквально вот так? Скажем, сначала что-нибудь типа print c, а потом c равняется a плюс b. Как вы думаете? Вот кто не знает, попробуйте сделать предположение. Вначале постараемся найти его в глобальной области, а потом найти новое. Поскольку сейчас c нигде нету, он говорит, что его нету, давайте мы его создадим. C равняется 100-500. Некоторые подглядели выдачу и теперь знают ответ, но вот, вот сейчас прогнозируем, что будет. Смотрите, мы уперлись в так называемый сложный случай. Вообще говоря, непонятно, это переменная глобальная или локальная. С одной стороны, она первый раз встречается в выражении, и стало быть, в этот момент локальной переменной C просто нет, ну, локального имени. С другой стороны, она участвует в операции связанной слева и обязана быть локальной. Питон, скажу сразу. Питон производит, значит, когда вы определяете функцию, она, конечно же, не выполняется.
Ну вот сканирование синтаксическое на наличие там локальных или глобальных имен производится. И, соответственно, при попытке выполнить эту операцию, эту функцию, Python уже знает, что это имя, оно локальное, потому что от него происходило вот это связывание. Оно участвует в операции связывания, и, стало быть, оно обязано быть локальным. Поэтому такая функция будет с точки зрения выполнения просто неработающей, потому что к моменту выполнения функции print у нас имени c еще нет, а после того, как мы уже определили функцию fun, мы точно знаем, что имя это локальное. Мы видим вот эту ошибку. Это нас огораживает от ситуации, когда мы случайно перебьем нашу глобальную переменную, думая, что она локальная. Если мы что-то перебиваем, оно всегда рассматривается как локальное имя и никогда как глобальное, если только мы пальцами не написали глобальное. Соответственно, даже несмотря на наличие в global namespace имени c, да, имя c внутри функции fun будет локальным, потому что оно участвует в операции связывания. Вот поэтому. То есть, если мы внутри функции используем какой-то глобальный переменный, то мы не можем менять его значение внутри функции? Ну, конечно, можем. Надо написать, что это переменная глобальная. Ну да, только так. Вот. Это нас сильно обезопашивает в ситуации, когда ситуация развлечения, в ситуации возникновения так называемого стороннего эффекта. Вот те из вас, кто учили Паскаль, да, Вирт же вводит отдельно функции, отдельно процедуры. Отличаются они тем, можно там побочный эффект использовать или нельзя. Вот. Это такое немножко теоретическое деление, да, но в принципе дилемма налицо. Мы имеем право изменять global namespace или не имеем? Вот. В Python сделано так. Если мы что-то меняем, это local namespace. Global namespace должен быть определен руками. Вот такие дела. Не лишнее сказать, что вы можете возвращать из функции совершенно произвольный объект, какой хотите. Ну, например, вот такой. И это будет всего лишь тюпль, да, из трех элементов. Что? А, да, там два элемента. При вызове два. Это возвращается, да? Вот так. А что будет, если вызовется? Давайте попробуем. Я думаю, что будет. Давайте попробуем. Давайте для начала посмотрим, что вот это делает. Ну вот, да, видите? Вот. Давайте мы попробуем поэкспериментировать. Def f от a с питая b, return a плюс b, как обычно, f от ничего. Смотрите, есть некое понимание у Python количества обязательных параметров. Их два, потому что их было два вот здесь. Потому что нам нужно распаковать приехавший блок параметров и назвать их именами А и Б. Вот. Поскольку у нас есть два имени А и Б, без них никуда. Значит, если мы напишем вот так вот, так работать будет, а так работать опять не будет, потому что у нас всего два имени, куда девать третий параметр, Python не знает. Обратите опять-таки внимание на то, что это произойдет при попытке выполнить функцию. Это не синтаксическая ошибка. Это ошибка времени выполнения. Вот когда он будет выполнять функцию f, вызов функции f, туда приедет ему три параметра, он попытается их разложить в два переменных, и все, в два имени вернее. Вот. Значит, чтобы окончательно вам запутать мозг, давайте я приведу пример еще одной странной конструкции. Сейчас, или. Давайте вот что сделаем. Я зря это сделал. Давайте мы сначала вот тут вот нашу функцию определим. Я про нее расскажу одну простую вещь. Как вы думаете, вот можно так написать? Разумеется, можно. А, нет, нельзя. Вот так можно. Более того, можно писать вот так вот. Например, ZZZ равняется фы. Что это такое? Это именование нашей функции фы
другим именем. Почему бы и нет? ЗЗЗ от 11.22. Вот, пожалуйста. Вот. Если мы скажем ЗЗЗ, он неожиданно говорит, так, ну, тут у вас имя ЗЗЗ, но когда вы создавали эту функцию, она называлась F. Но во всем остальном все имена совершенно равноправны. А ЗЗ есть. Пожалуйста. Вот. То есть функция — это вообще полноценный объект. С ним можно что хочешь делать. Его можно передать другой функции, чтобы она там его вызвала, например. Я постараюсь дать такое домашнее задание. У меня есть такая идея. Вот. Да. Получается, при таком присваивании у нас идет именно копирование объекта функции? Нет, конечно. И никакого присваивания здесь не было. Кто находит, кто из здесь присутствующих видит операцию присваивания на экране? Да. Это всего лишь операция связывания именем, да? Мы просто дали нашему объекту, который называется function f, еще одно имя помимо имени f, имя ZZZ. Потом имя f мы взяли и удалили. Вот. Остался еще, но он еще жив, у него есть еще одно имя есть. Вот. Как у кошки, у него 9 жизней, одно удалили, стало 8. Вот. Значит, да, так вот, я обещал вам, вот это понимание должно вас, при этом вас, конечно же, не должно смущать, что внутри функции можно определить еще одну функцию. Почему бы и нет? Ну, когда вы будете вычислять, она там выполняет эту функцию, там она определится маленькая. Ну, вот здесь, например, def fun от там c, да, return 2 умножить на c. Фун от а умножить на b. Ну, как-то так. Почему бы и нет? Как будет выглядеть вся вот эта вот... давайте вот так, да, даже, чтобы было понятно, зачем вообще нужно вложенное определение функции. Как будет выглядеть вообще работа вот этого, вот этой конструкции? Определится некая функция fun от двух переменных, от двух параметров, внутри которой что-то происходит. Когда мы ее вызовем, выяснится, что в момент ее вызова определится функция fun от одного параметра, в которой что-то происходит. Когда мы вызовем эту функцию fun, а она будет лежать, давайте мы это увидим, она будет лежать в локальном namespace, совершенно справедливо, давайте мы это увидим. Вот. Вот он, локальный namespace, там лежит пресловутый fun. Когда мы ее вызовем из этого локального namespace, она отлично вызовется, выполнит то, что нужно, ретернет все, что нужно, вернет нам значение и все такое. При этом засорять глобальный namespace ненужными функциями мы не будем. Ее там нет. Вот. Мы, правда, можем, знаете, что сделать? Мы можем, ну уж, раз пошла такая пьянка, саму эту функцию fun тоже вернуть. И написать что-нибудь типа такого. Res, запятая f res равняется, запятая здесь была, fun от 2-3. Вот. Поскольку мы возвращаем два значения, мы их распаковываем, нулевое попадает в рез, а первое в f-рез. И вот этот самый f-рез, это будет функция, которая была временно определена вот там. Давайте мы даже что-нибудь такое хитрое сделаем. Во. А, кстати, это заработает вообще? Я, честно говоря, не знаю. Не знаю. Заработало, слушайте. Вот. Смотрите, какая штука. Давайте попробуем вызвать. Давайте попробуем вызвать функцию fun, да? Фрез. От двух. Ну, print, естественно.
Вот, смотрите, какая штука. Вот эта функция фрез свежесконструированная. Она знает, чему была равна переменная А. Переменная А была равна 2. Она эту переменную А вот здесь вот связала, и даже несмотря на то, что весь, все эти объекты поудалялись, когда мы вышли из функции фан, вот это значение, которое мы передавали, 2, оно вот здесь залипло. И тем самым мы можем писать функцию, конструирующую функции. Разные функции, понимаете? Функционал такой. Ну, функционал, функция, возвращающая функцию. 2. Давайте это все упростим, да, чтобы было понятно, о чем я говорю. Return чего там? А плюс Б плюс С, да? И здесь просто return full. Вот. Да? И говорим так, F равняется фун от 2,3, print F от 4. Ну-ка, давайте скажем, что там будет. 9. Ну, 2 плюс 5, 9, наверное. Но идея состоит в том, что это сконструирована нами функция, которая прибавляет именно 2 и 3. Давайте попробуем там от 10. А теперь давайте попробуем что-нибудь типа G равняется фун от там 100 и 500. Да? И тот же самый F от 10. Упс. G от 10. О! Видите, да? То есть, конструктор функции. А еще можно печатать просто G? Конечно. Это будут две разные функции. Более того, давайте вот здесь еще напишем. Print fun, двоеточие, fun. Чтобы было понятно, что это одна и та же функция, у нее один и тот же идентификатор. Вот смотрите, мы создали функцию f, вот у нее идентификатор, который на e8 кончается. Мы создали функцию g, вот у нее идентификатор, который на b70 кончается. И вот мы их вывели. b70 и e8. Это они же, естественно. Я даже мог сказать там, ну, сравнить их как-нибудь на них. Вот. Но здесь не заканчивается ломка ваших мозгов. Смотрите, какая неприятная история. Вот это имя А, оно глобальное или локальное? Локальные чему? Какой функции? Она локальная для функции фан, а для функции фун она лежит выше, чем на. Ну, нет. Она не лежит в global namespace, она лежит в outer namespace, она лежит в namespace предыдущего уровня. Она не является ни глобальной, ни локальной. Ну, понятно, да? Просто она лежит вот там промежуток, где-то между. Да. И это есть неприятность, потому что если мы хотим ее перебить и написать а равно чему-нибудь, то мы это не можем сделать никак. Если мы напишем а равно чему-нибудь, это будет локальная переменная. Ну вот здесь давайте вместо этого напишем что-нибудь типа а, да? Здесь мы напишем что-нибудь типа а равно нулю. Так, уберем лишнюю печать, да? Вот. А, надо еще вызвать. От двух переменных, да? А, нет, от одной, от 10. Да? Вот. Видите, несмотря на наше а равно нулю, здесь все равно 2. А если я хочу, если я напишу здесь global, что будет? Ошибка? Нет, ошибки не будет, но мы перебьем глобальный namespace. У нас появится в глобальном namespace имя A. Для того, чтобы перебить вон то A, надо написать здесь non-local.
non-local. Вот. В третьем питоне относительно недавно, года 3 назад, появилась эта фича. О! А, нет, не он. Смотрите-ка, не заработал. Если там несколько уровней вложенности, то это тоже. А, вы хотите сказать... Да, ее там нету. Да? Ее там нету. Я вас обманул. В общем, мне, честно говоря, трудно придумать вообще нормальный use case для этого нон-лока. Иван, вы тут имеете какое-то на этот счет мнение или нет? Вот если бы я здесь вызвал эту функцию фун, смотрите, вот тут. Вот тогда бы оно заработало. Ага. И вот он должен лежать в non-local, да. Вот, вот, видите, вот я вызвал здесь этот самый фун, и теперь все хорошо. Вот. Но идея правильная, сделать счетчик вызова. Вот. Если я сейчас non-local уберу, то тут будет снова 2. Видите? Вот, вот этот пример. 0. Вот он. Можно перебить или не перебить эту самую имя А в зависимости от того, куда мы его атрибутируем. Слава богу, нету non-local с указанием уровня вложенности. А то бы было совсем грустно. Да, никакой синтаксически поддерживаемой навигации по вложенным namespace нету. Потому что этим пользоваться, вообще говоря, не надо. Да? Это такой редкий случай, хотя вот счетчик вызовов, наверное, это хороший такой пример. Да? Когда действительно это нужно делать. Вот. Лучше пользоваться инкапсуляцией. Вот внутри объекта всегда можно запихать объекты, и там вот в определенном местечке вам будет верная только вам переменная, и туда все пихать. А вот с этим бороться, ну, потом, это очень тяжело представить. Видите, даже я вот тут ошибся. Просто потому, что не очень хорошо себе представлял, как происходит вызов. Теперь представлю. А можно еще? Да. Почему, когда вы его вызывали? Когда я вот этого не делал? Да. Потому что на самом деле к этому моменту вообще не существовало пространства имен функции фун. Мы из нее вышли. Все эти А, Б, они все уже, их не существуют. Существовало только пространство имен функции фун. Вот. И объект с ней связанный, то, что он non-local, ни на что не повлиял теперь. У нас нету того пространства имен, которое мы собираемся модифицировать вот здесь. Его просто нет. Но объект есть, потому что он залип в пространство имен функции fun. А вот того, на что он ссылался, его уже нету. Вот. Поэтому, да, мы это им перебили. Ну и что? Никто не пострадал. Можно, попробуйте. Ну, просто мы не будем в это дальше углубляться, потому что, повторяю, довольно мозголомная штука, вот, редко нужная. Ну, лучше пойдем дальше. А, собственно мы почти эту тему закончили. Вот. Ну, естественно, питон не был бы питоном, если бы в довесок к функциям, которые определяются дефом, не было бы конструкции функции, которая является выражением. Прямо вот тут. Можно написать так. Фи равняется лямбда. Лямбда от а запятая b, ну скажем, а плюс b. F от 1 запятая 2. Вот. Обратите внимание, что вместо имени, которое в девичестве была названа эта функция, в ее описателе стоит в скобках лямбда, и поэтому лямбда функциями злоупотреблять не следует. Вы не сможете вспомнить, как они назывались, когда их создавали, ну потому что никак они не называются. Вот. Кроме того, лямбда-функция, то бишь выражение функции, у нее ограниченная правая часть. Здесь стоит выражение питона, а не исполняемый блок. Вы не можете тут написать там for чего-нибудь, if чего-нибудь, тролливать. Здесь можно написать только выражение. Правда, выражение в питоне бывает очень развесистое, и, например, вызов функции. И вообще, с помощью лямбда-функции можно
ну, реализовать все лямбда-исчисление, всю строчку написать, всю программу на питоне написать, строчку, вообще всю, любую. Прочитать потом нельзя будет, а написать можно. Вот. Я как-нибудь покажу, как это делается в одну строчку, все, все. Вот. Просто, ну, чтобы поглумиться. Вот. Тем не менее, лямбда-функции бывают полезны, когда вам лень вот загаживать, когда вам не хочется загаживать пространство имен ненужным идентификатором. Вам нужно передать какой-нибудь функции что-нибудь, ну не знаю. Наш, вот есть функция, мы это еще не проходили, есть функция sorted, она возвращает лист, список. И у нее есть параметр функция. Слушайте, давайте мы в следующий раз будем заниматься списками, и там у нас всплывет эта тема. И мы поговорим на этот счет, потому что это очень важно. Там, когда вы сортируете, вы можете передать в качестве одного из параметров функции sort, передать функцию, которая вычисляет ключ. И тогда у вас элементы будут сортироваться по этому ключу. Вот эту функцию можно вполне сделать лямбдой. Вот. Ну ладно, это так к слову. К этому, значит, мы вернемся в следующий раз. Вот. А пока что просто знайте, что есть функция лямбда, она абсолютно полноценная. Ничем не хуже всех остальных функций. Вы можете, например, сложить два тюпля. Напоминаю, что функция – это описание алгоритма, а не математическое выражение. Да? Вот. Отличие лямбда-функции от функции, задаваемой с помощью операции def, исключительно в том, что она задается прямо здесь, в выражении, и может быть использована. Вы можете даже вот так написать, если вам лень. Вы можете написать вот так. И вызвать ее. Почему бы и нет? Вообще никакого имени нигде не создавалось. Да? Вот оно создалось, тут же умерло. Пространство имен девственно чисто. Вот смотрите. Да? Intact. Вот. Такие дела. Здесь, наверное, уместно вспомнить вот какую вещь, о которой я обещал рассказать уже второй раз и не рассказываю. Наверное, стоит рассказать. Это о понятии распаковки и запаковки последовательностей в разных местах питона. Значит, смотрите. Мы с вами знаем, что существует понятие множественного связывания или множественного присваивания, которое не просто синтаксический сахар, а еще довольно удобный инструмент. То есть, если вы, например, пишете что-то типа, у вас есть там 4 переменные А, Б, С и Д, их надо как-то поменять местами. Вот. Значит, А, запятая Б, запятая С, это Б, Б, запятая С, запятая Д, равняется, ну там, 1, 2, 3, 4. Да? Вот вам, пожалуйста, множественное связывание. Справа у нас стоит просто обычный тюпль, а в принципе там может стоять любая последовательность. Можем написать здесь, например, range. Тут, например, от 3 до, говорите, до скольки. Нет, не до 7, у нас слева 4 переменных. 3, 4, 5, 6, да, до 7. Любая последовательность справа может быть поставлена, лишь бы она была итерируемая, по ней можно было пройтись. После чего мы слева пишем нужное количество имен, и операция связывания проходит по объектам справа и связывает с соответствующими объектами, именами слева. Распаковывает как бы вот то, что у нас есть справа, и передает. Мы можем писать так, можем сяк, можем range, можем что хотим. Вот. Вот. Любой итерируемый объект справа может стоять, любая последовательность. Вот. Так вот, операция связывания не атомарная, в смысле наоборот, атомарная, да, вот операция множественного связывания прямо так. И это очень удобная штука. Например, если вы хотите, чтобы у нас А, Б, С и Д равнялись не 3, 4, 5, 6, а теперь они А стало равняться С, а Б стало равняться Д. То есть, соответственно, 5, 6, 3, 4. В каком порядке их переприсваивать? Что сначала, что потом, чтобы ненароком не затереть значение. Ну тут думать надо. А зачем думать, если это питон? А, Б, С, Д равняется, что там? С, Д, А, Б. Все.
Фишка атомарного, фишка множественного присваивания в том, что оно атомарно. Сначала вычисляются выражения те, которые справа, потом они связываются тем, что слева. Больше ничего не нужно знать. Вот. Такая же точная распаковка. А, да, кстати, ну, чтобы замучить вам голову. А здесь запишем, что мне что-нибудь такое длинное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это раз забыл. Нет. Так называемый кетчол. Ну, список это. Список мы еще не проходили, в следующий раз про них поговорим. Если у вас, если вы не уверены, что при распаковке последовательности вы знаете, сколько там элементов, вы можете определить те, которые знаете, а тут все остальное забросать вот сюда. Да? Вот, значит, один справа, один слева, остальное сюда. Такое, ну, совсем уже. Хотя тоже удобство. Да? Вот. А? Такой синтаксис. Не тюпль. Вот. Не тюпль, а список. Список, в отличие от тюпля, модифицируемый. Ну, говорю, про это поговорим в следующий раз. Наконец, зачем я все про это все завел разговор? Как вы думаете, как происходит передача параметров в функции? Вот тех самых. Вот написали мы, значит, вот это. Ой, мама дорогая. Давайте какую-нибудь следующую найдем. Ну, это, погодите, это, да, давайте, значит, написали мы функцию. Def, fun, вот там, не знаю, fun я сказал. Вот, a, b, c, да, return, a плюс b плюс c. Написали мы функцию. Как вы думаете, когда мы пишем вот так вот, там, print, fun, вот раз, два, три. Что происходит с этими объектами 1, 2 и 3 после того, как, ну там, 2 плюс 2, 3 плюс 3, ну чтобы было интереснее. Что происходит после того, как эти выражения внутри скобок вычислятся? Формируется что? Кортеж. Этот кортеж передается туда, в функцию, в исполняющую место, в контекст функции. Там он распаковывается, раскладывается переменным по именам А, Б и С, после чего с ними начинается работа. Поэтому мы можем взять и полениться и написать так. Написать так. Тут написать print, скажем, print. Написать здесь А, а все остальное написать, нет, даже не так, написать звездочка args. Все. И это будет сигнал к тому, чтобы вообще не распаковывать этот кортеж, который передается при передаче функции, при вызове функции. А принять его в качестве кортежа, назвать его именем Аркс. Все. Более того, если вы очень хотите, чтобы одна перемена, скажем, была, обязательный параметр, пожалуйста. То есть часть обязательных параметров, часть необязательных. Вот. Давайте мы так сделаем. Давайте мы эту функцию скопируем и побалуемся с ней немножко. Да? Фум. Какая-то функция фум. Фум от ничего. Нельзя говорить, один параметр обязательный. Вы сами его задали. Пожалуйста, один параметр обязательный, все остальные необязательные. Сколько их может быть? Да сколько хотите. Тем самым вы можете написать функцию от произвольного количества параметров. Вот. Ну просто указав вот здесь вот, просто звездочка. И просто ходить к ним по номерам. Нулевой, первый, второй, ну индексировать. И это будет тюпль тот самый. Что, обратное тоже верно.
Вы можете написать функцию, которая зависит, скажем, от трех параметров. Вот. И передать ей сразу тюбль. Ну, почему бы и нет? Функ, вот там 3, 4, 2, 3, 4, работает, работает. Ой, нет, функ 3. Функ 3, извините. Работает, работает. Можем сказать, так, а равняется, ну, не знаю, там, 5, 6, 7, и функ 3 от звездочка А. Да, тот же механизм, только в обратную сторону. Мы распаковываем наш кортеж А, засовываем его в качестве соответствующих позиционных параметров нашей функции фан, а там она их раскладывает по именам А, Б и С. Можете вызвать функцию фан от двух параметров? Могу. Фан не приедет. А, фан от двух параметров. Там один параметр будет лишний, один, в смысле, один будет позиционный, а один приедет со звездочкой. Вот так. То есть вот второй элемент это типа пустой или нет? А, ну вот эта вот конструкция, мы об этом говорили в прошлый раз, по-моему. Это единственная такой, такая немножко, ну, по-другому вы не сможете задать кортеж из одного элемента. Не указав этой запятой, вы не сможете задать кортеж из одного элемента. Вот это не кортеж. Это число 9 в скобочках. А вот это кортеж. Вот. Мы на самом деле, у нас прям утекает, прямо утекает из-под пальцев огромная тема, но я все-таки ее начну сегодня. А в следующий раз тогда продолжим. У нас есть как раз 10 минут на то, чтобы въехать в это. А всякие мелкие подробности будем изучать сейчас. Цикл for, который распаковывает приходящие ему группы последовательности, вы видели, да? Вот for. For. A, B, C, in. In. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C. Вот еще одна распаковка, чтобы было понятно. Домашнее задание. Как с помощью функции print в одну строчку распечатать целый кортеж всевозможных, вывести на экран через пробел целый кортеж всевозможных объектов. Вот. Это так, к слову. Будет такое домашнее задание. Тут написано несколько объектов Python 3. Это неправильная формулировка. Естественно, кортеж. У вас есть кортеж, его надо вывести через пробел с помощью единственной функции print. Имеющий отношение вот к этой теме. Но мы сейчас поговорим о другом. Мы сейчас поговорим о вот чем. Смотрите. Предположим, у нас мы хотим создать вычислимую последовательность. Собственно говоря, нам никто не мешает это сделать. Например, если мы создадим класс, в этом классе создадим метод getItem или метод iter. Этот метод iter будет что-то такое возвращать. Все это будет обрабатывать стоп итерации. Ну, короче говоря, если мы сымитируем так называемый протокол итерации, мы можем создать вычислимую последовательность руками. Но мы этого всего не знаем. Ну вообще-то неудобно городить целый класс просто ради того, чтобы вместо хранимой последовательности сделать вычислимой. Чтобы приблизиться к пониманию, что такое самодельная вычислимая последовательность, давайте вспомним о такой штуке, которая называется повторно входимые функции. Вот кто-нибудь знает язык программирования с повторно входимыми функциями? Вау. Короче, это очень простая штука. У вас функция делает return. А когда вы в нее возвращаетесь, ее вычисление происходит с того самого места, откуда она сделала return. И при этом у нее пространство имен было живо, а остается живо все то время, пока вы из нее выходите и возвращаетесь обратно. То есть, в отличие от обычной функции, которая один раз отрабатывает и удаляет свое пространство имен, повторно входимая функция заводит пространство имен, выполняет return, ну точнее yield, это слово значит, да? А когда вы к ней возвращаетесь, она продолжает выполнение с того самого места, где она в прошлый раз вернулась, и пространство имен, которое она заводит, остается таким же.
И только если вы из нее выйдете окончательно, вот тогда происходит, собственно, затирание всего пространства имен, и больше вы в нее не войдете. Повторно входимая функция устроена таким образом, что она продолжает вычисление с того же самого места, где остановилась, и это было бы еще не так интересно, как интересен тот факт, что ее пространство имен существует все время, до тех пор, пока вы специально не скажете его удалить, точнее сказать, пока из нее не произойдет окончательный выход, раз и навсегда. Вот. В Питоне это выглядит так. Вы берете функцию, давайте мы сначала в Питоне это сделаем. Вы берете функцию, def, ну как, повторно входимый, repeat, да, повторно входимая функция, ну, от одного параметра. И вместо слова return используется в ней слово yield. Вот наличие yield внутри функции означает, что вместо обычной вы задаете повторно входимую функцию. Пишите yield. Ну, скажем, 3. А еще там, не знаю, for i in range от a, yield a. A, i, естественно. Ну, еще в конце давайте что-нибудь такое за yield. Yield, ну, не знаю. Минус 100-500. Сама эта функция, это обычная функция. Прям функция-функция, ничем от других не отличающая. Но наличие оператора yield в ней делает ее функцией, которая порождает при вызове объект. Назовем его, не знаю, fi равняется rep от, ну скажем, 4. Вместо того, чтобы вызвать эту функцию и начать ее выполнять, функция, содержащая внутри себя оператор yield, возвращает так называемый генератор. Вот этот генератор уже будет работать повторно входимой функцией. Я не зря вам показал функцию конструктор функции. Да? Вот это получается оно же, только возвращает не функцию, а генератор. Видите? Вот этот генератор будет выполнять тот код, который находится внутри нашей функции rep. И выполнять его так, как мы с вами договорились. Он будет делать что-то. Дальше при достижении соответствующего yield возвращать это значение. И при повторном вхождении продолжать вычисление с того места, где мы остановились. И этот генератор object, это и есть итератор. Это один из видов итератора. Он поддерживает протокол итерации. Ему можно сказать next. Откуда эта тройка взялась? Это первый yield. Откуда взялся этот 0? Это второй yield, который тут вот будет yield 0. Это будет третий, это четвертый. Что будет сейчас? Стоп, это рейша. Совершенно справедливо. Таким образом, мы с вами написали произвольно вычислимую последовательность. Видите? Мы ее сами вычислили. Она стоит 3, 0, 1, 2, 3, 100, 500, минус 100-500. Еще раз. Функция, внутри которой встречается yield. Кстати сказать, не может встречаться return. Наличие, когда встречается return, немедленно вызывается stop iteration. Ну, собственно, в этой функции есть return. Вы видите? А он есть. Помните, что делает функция, у которой нет return в конце? Она возвращает нам. Совершенно справедливо. Вот эта функция, по идее, должна возвращать нам, но поскольку у нас это генератор, она вызывает stop iteration. У нее есть return. Он может быть в любом другом месте. Содержимое этого ретерна роль никакой не играет, то есть вы можете написать ретерн что угодно, все равно просто на самом деле возбудится исключение stop iteration. Вот. Таким образом, вы пишете функцию, которая порождает генератор. Этот генератор у нас, вот, кстати сказать, как и все генераторы, он теперь больше он no more, как это по-русски. Он больше не может. Он все, он разрядился. Его надо зарядить заново. Зарядили заново. И пошли обратно. Поскольку эта штука, вот этот генератор, является последовательностью, его можно преобразовывать в последовательность любым известных нам способом. Ну, например, ну не знаю, там A, B, C, D, E равняется φ. Too many values. F.
А, черт, он уже разрядился, да. Он уже разрядился. Че? А, фи, да. О, А, Б, С, Д, Е. Ну или вот так. Вот мы его зарядили и написали там, не знаю, лист. Ну, лист мы не знаем, тюпль. Вот, фи. Так, значит, Так. Остальное в следующий раз. Значит, вот давайте, у нас будет задача, которую можно будет решить без помощи итераторов, но я бы очень хотел, чтобы вы написали, без помощи генераторов, но я бы очень хотел, чтобы вы написали генератор. Вот. Это задача вычисления числа π. Вот ребята из Севастополя помнят такую штуку. Вот. У нас есть формула, довольно медленно сходящаяся, для вычисления числа π, формула Лейбница. Хотелось бы сделать бесконечный итератор, который бы выдавал очередной элемент этой формулы Лейбница, запустить по нему цикл по бесконечному итератору, до бесконечности, а выйти из него, когда точность будет правильной. Там точность очень низкая, потому что, я повторяю, сходится очень медленно. Ну там 1/100. Вот. Я еще не до конца сформулировал это домашнее задание, чтобы оно проверялось хиджаджем, но я думаю, что я сформулирую. Вот. Понятное дело, что это можно просто циклом написать. Но гораздо интереснее сделать какую-нибудь вот такую штуку, которая будет возвращать очередной элемент в этом самом, в последовательности, которую нужно просто просуммировать, если не изменять память в форме Лейбница. Да? И когда он будет достаточно маленький, она бы останавливалась. Вот такие дела. Значит, если какие-то вопросы задавайте, потому что у меня время закончилось, да и, пожалуй, я слышал уже это самое бурление мозгов. Вот, в аудитории. Совмещенный со скрипом. Если нет вопросов, то спасибо. И до следующего раза у нас будет продолжение. У нас будут полиметрические итераторы.